создания сельскохозяйственных кооперативов разного направления. И логистика, как с этим обстоит дело? Спасибо. Хабаровск, Хабаровск, это как порт, фактически Новороссийский комбинат хлебопродуктов и утвержденный правительство Российской Федерации, где написано, что... Стоит задача увеличить производство молочных как предшественника, это очень необходимо. Отрабатывать прирастающий объем импортных стран. Не только региональных инвесторов, но и зарубежных.